смотрите в будильнике. Народный прогноз погоды с Антоном Пальчиковым. В течение всего дня не больше плюс 9. К вечеру вообще плюс 6. Ветер подует западный со скоростью 3-6 метров в секунду. В воскресенье будет теплее. И дождь возможен лишь временами. Повышаем свою юридическую грамотность в рубрике «Советы юриста». В случае, если участники ДТП пришли к решению, кто из них является потерпевшим, а кто нарушителем правил, у них есть два варианта решения вопроса. Самые свежие новости спорта от Александра Панова. Голан за Виннипег в этом матче открыл экс-защитник липецкого клуба Дмитрий Куликов. В этой встрече на счету Куликова 3 очка при коэффициенте полезности +1. Все это и не только сегодня в «Будильнике».